Этого не будет. Все. Это умерло. Европа под ядерным зонтиком Соединенных Штатов прекрасно развивалась, жила, толстела, была замечательная с точки зрения моды, нововведений, свобод, фестивалей, Канны, красная дорожка. Все замечательно, абсолютно. До момента, пока они за этим, за всем просто тупо не потеряли иммунитет и свою трусость и бессилие они назвали толерантностью. И теперь начальник полиции Швеции в 9 часов вечера просит женщин по телевидению не выходить на улицу в Швеции. Вот и все. У них нет сил, у них нет новой крови, у них нет новых идей. Римский папа ползает по полу и целует ботинки, там, я уж не помню кому, как камерунцам, да, попасть в тренд.